Здравствуйте, мы продолжаем играть в Mountain Blade Tilde. Сейчас мы поможем нашим союзникам, немножко посражаемся. После этого уже будем смотреть, куда идти дальше. Так. Сейчас мы пойдем в атаку. Выбираемся. Умирать нам пока рано. Так. Давайте немного двуручным поработаем. Зря что ли покупали эту тесак. Так, один готов. Иди сюда. Второй. Третий. О, я словил такие. К сожалению, меня убили. Конечно, атаковать врага. Все в атаку, давайте. В атаку, ребята. Атакуйте, убивайте, всех убить к чертям. Дурацкие лучники. К ним пока доберешься, тебя уже убьют. Так, осталось немного. Давайте, ребята, навались. По чуть-чуть. Ай. Так, добейте его. Хорошо, взяли немного хлама и потеряли кучу. Всадники белой длани. Хорошо. Так, посмотрим по заданиям. 4 пленных союзника. Так. Дозорный отряд. У нас просто некого отправить. У нас не хватает солдат, которых можно отправить. И их нельзя приобрести. Их нет ни в одном из лагерей. Поэтому, к сожалению, пролетает. Так, это Изенгард. Хорошо. Гундабар стала слабее. Это плохо. Так, мы с вами сейчас съездим в Изенгард. И будем смотреть, что можно уже делать из Изенгарда. На самом деле я бы хотел поучаствовать в осаде или в более каком-то большом бою, но у меня слишком мало ребят в отряде. Кстати, об этом надо докупить. Давайте наймем парочку. Давайте новорожденных Урукхаев. 36. Вот. Сами понимаете, когда у вас 36
Воинов особо не повоюешь при всем желании. Разведка окрестностей. Ну, хорошо. Склад. Давайте продадим кое-что. Кое-что купим. Так. Разведка окрестностей. Восточный Эмнет. Западный, восточный, это тут. Да, вот он. Сейчас мы и поучаствуем в большой битве. И получим. А, нет. Против 8. Я даже не знаю, что это за война такая. Даже двигаться не буду. Просто постою и посмотрю. Я даже не двигаюсь, у меня просто лошадь едет сама. Один остался. Он ездит, никак не умрет. Так, убейте его, и мы закончим этот бред. 300 против восьмерых. Ну что это за война такая? Я не против, конечно, воевать с меньшим количеством противника, но это же уже ни в какие ворота не лезет, то что? Да убейте его кто-нибудь. Поймать нельзя. Наконец-то убил. Все? Или еще пришли? А тут еще пришли. Ой, это был наш. Я его чуть не ударил, но ладно. Вот, все. Прекрасно. В Рохане что-то куча народу успела сбежать. Хорошо, давайте наберем немножко рабов. Самую малость. И еще троих я могу взять. Тяжелый мечник. Давайте то отпустим, а возьмем тяжелого мечника. Готово. Да, что-то у них не очень большое количество. Западный. 12. Мы сохранимся с вами. Немного еще прокачаем отряд. Так, тут все. Тут наших бьют. Поможем немного. У Рохана в основном это все-таки конница, поэтому они быстро к нам доезжают. У тех же эльфов в основном идут войска, это лучники, которые просто стоят и ждут, когда ты придешь. Ты приходишь, они тебя расстреливают, и ты умираешь. Такой тоже неплохой способ войны. Ай, да убейте его кто-нибудь, видите, мне неудобно. Ну вот. Я не знаю, я лошадку убил. Ай, хотел убить его, убил лошадку. Жаль лошадку. Так, умер он. А, все, умер. Все или еще есть? А, вот еще один. Да убейте вы его! Что толпа орков бесполезных?
Вот. Опять лошадку убил. Постоянно убиваю одних лошадок. А я никого взять не могу, у меня все уже. О, зато наберем запчастей сейчас. Вообще шикарно. Так. Давайте конный. Крупный урок, если будет. Быстрый всадник. Всадник белой длани. Всего их 4 у меня. Жаль, что так мало, и их убивают постоянно еще и назло. Готово. Давайте сохранимся. Главное нам сохраняться побольше. Чем больше сохраняемся, тем лучше. Это дозорный отряд из лагеря Рунда. Но мы там ничего сделать не могли. У нас просто нет воинов, и взять их неоткуда. Давай, да, за нами, за нами. Молодец, молодец. Давай, давай, давай. Давай, давай еще чуть-чуть. Еще, еще самую малость. Ой, ты какой быстрый. Ладно. Не получится у нас свалить. Давайте попробуем дать им бой. И я промахнулся, и он промахнулся. Воины, блин. Иди сюда. Ты, блин, ты знаешь, как неудобно за вами бегать. О, я по нему ударил. О, лошадку убил. Так. Дайте мне кого-нибудь убить, а то я не могу. О, вот, вот. Иди сюда. Сюда иди. Ну подойди ты, неудобно ж. Ну что за воины? Вот. Так, следующий. Я своего, что ли, подрезал? Да, подрезал своего. Да твою мать. Сколько мы уже потеряли в этой драке? Прибыли новые враги. Я прям счастлив. Еще в спину. А потом говорят, что это орки подлые. Влетел мне в спину. Ай, твою мать. Какой-то неудобный. Так, всех расстреляли, всех убили, кого смогли. А, вот еще один. Давайте еще его. Так, скорость я ему сбросил, а вот урона я не нанес никакого. Да твою мать. Он животинку убил опять. А его уже застрелили. Ладно. Это мне нравятся варги. Всадника убили, они пошли жрать всех, кого попало. Где там еще? Все? Замесили? Да вы... А, вот. Да. Все, замесили. И радуются, стоят, убили на 10 воинов меньше, чем нужно было. Давай. Почему я не могу выйти? А вот, наконец-то. Так, ну у меня все забито, я не могу взять никого. Но зато хлам есть. Хлам я возьму. Так, и... Снова сохранимся. У нас там улучшился немножко отряд. Давайте их переведем всех по максимуму. Волчий всадник.
Знаете, почему волчий всадник? После смерти волчьи всадники делятся... Да ты издеваешься. Волчьи всадники умирают, но после этого они оставляют еще таких замечательных парней, как варги. А варги, что хотят, то творят. Ну, после смерти своего наездника имеется в виду. Идут и просто жрут всех подряд. Что весьма хорошо. Еще тех пленных и еще пленных. Прощай. Ну, на этом мы на сегодня закончим. Дальше выполним задание. И уже будем смотреть, что можно делать дальше. Всех благодарю за просмотр. Всего доброго.